Доброе утро, мои дорогие друзья. Сегодня я переделала кучу дел. У меня началось дежурство по подъезду, я перемыла весь подъезд. И второй этаж, и первый. Потом я приготовила завтрак. Пожарила яичницу с беконом. Накормила Колю, своего любимого. Сделала, поставила тесто на пирожки. Чё ты трындишь, блин? Когда ты на пирожки тесто поставишь? Чё, реально, что ли? Ну да. В обед приду, быстро картошечку почищу, отварю и пожарю пирожки с картошкой. А, сегодня еще с утра. Я отдалась своему мужчине со страстью,